Так, маламбай ламбай, ньюрди пантай, бирбисик бисик, раджа пантай. Клана, раджа клана. Раджа клана. Да, солистка Московского театра оперетты. А у тебя считается голос какой? Как лирический? Лирико-колоратурная сопрано. Ага. Вот так. Давай сюда поставим, хочешь? Угу. У меня есть, не знаю, после гирки нормально еще, если сделаем маленький челлендж для тебя. Какой? Спеть индонезийскую песню. Так. Я тебе дам сейчас. Ну, это как сюрприз. Просто она никогда не слушала. Вообще никогда. Никогда не знала. Угу. Просто и тесно. Языка я тоже не знаю. И языка я даже и вообще не знаю. Просто. А песня называется «Райуан Пула Кулапа». Я даже это повторить не смогу. Эта песня была переведена в Советском Союзе на русский язык. Так. И даже до сих пор вот эти поколения, ну, там, больше 50 лет, да, они иногда они путали, что именно эта песня, это как советская, что ли. Даже так. Но когда они замечали, они смотрели именно, делали замечания на слова, там же есть Индонезия. Вот. Ну, выбирай на индонезийском или на русском. Давай на индонезийском. Было интересно. Ну, это будет, да, смешно, наверное. Так, ну, а ты именно поешь? Я пою, да. Себя. Он сладкий? Демо. Да, очень сладкий. Сейчас. Так, можно? Не знаю, смогу ли я выучить индонезийский. Ой, какой сладкий. Да, сейчас надо попросить еще водички. Не, подожди, давай. Разбавлю себе, там же нам разбавляли. Щавелевый наш. Припев такой, на индонезийском, да? Угу. Более интересно. Так, ну давай, я вообще вся. Маламбай, ламбай, ньюрди пантай. Так, подожди, я маламба. Маламбай, как мягкий «ы». Маламбай. Да, маламбай-ламбай. Так, теперь давай переводим. Маламбай-ламбай ньюрди пантай. Это кокосы, дерево. Вот, они вот так вот на пляже. Это маламбай-ламбай. Ну так, вот трещит. Если что, маламбай-ламбай, я скажу. Это кокосовые деревья. У меня в голове маламбай-ламбай. Маламбай-ламбай. У меня новое выражение. То есть маламбай, ламбай, ньюрди пантай. Еще раз, подожди, давай. Маламбай, ламбай. Вот какая-то диссонанс. Да. Еще раз. Маламбай, ламбай. Ньюрди пантай? Ди пантай, да. Ньюрди пантай. Маламбай ламбай, ньюрди пантай. И повтор, потом повтор по мелодии, да, то есть барбисик бисик. А это что, барбисик бисик? Барбисик шепотом. Ага. Ну, когда в лесу там. Ага. Ну, это песня про природу. Барбисик да. Интересные такие. Потом раджа клана. Раджа Кана Мамуджа Пулау. Давай я напишу. Есть? Есть. Нет,
ну так лучше запомнить. Прям да, четверостишься, мы лучше споем. Угу. И хватит, а то я буду до завтра это учить. Маламбай ламбай, ньюрди пантай, бербисик, раджа, это как раджа, как султан, да? Раджа клана. Маламбай ламбай, ньюрди пантай, бербисик бисик, раджа клана. Так, маламбай ламбай, ньюрди пантай, бербисик бисик, раджа пантай. Клана, раджа клана. Раджа клана. Потом повтор по мелодии, да, то есть слова новые, да? Слова новые. Мамуджа пулав. Мамуджа пулав. Пулав — это остров. Ям индах пармай. Ям индах пармай, который красивый. Для меня? Пармай это индах пармай, это очень красиво. А то перме — это как будто для меня по-итальянски. А, перме. Перме, да. И потом последний. Индонезия, танах айрку, Индонезия, и все. Танах айрку, моя родина, Индонезия. Ну, хорошая концовка. Концовка? Да. Повтори. Я только запомнила первые четверостишки, ага. По словам, по мелодии. Второй, мамуджа пулау. Мамуджа пулау. Янг индах пармай. Янг инда пармай. Я уже забыла первое. Мамуджа пулау. Пулау. Янг инда пармай. Пармай. Чуть не вторую часть, вообще сложно. Танах айрку. Танах айрку. Индонезия. Танах айрку, Индонезия. То есть, сейчас будешь там на пике. Мамуджа пулау, янг индах пармай. И последний. Танах айрку, Индонезия. Стандартно. А как ты спел Индонезия, если в России Индонезия, а здесь Индонезия прямо Индонезия. Так написано, да. Индонезия. Маламбай ламбай. Вот ужас. Маламбай ламбай. Ньюрди пантай. Бербисик бисик. Раджа клана. Я все забыла. Мармуджа пулау. Янг индах пармай. Последний. Танах айрку, Индонезия. Гито. Еще разок? Да, но я все равно вторую часть не могу запомнить. Soon after, later. Маламбай ламбай, ньюрди пантай, бербисик бисик, раджа. Oh,
хорошо, что вот, ну, ты сперва уже сразу запоминала нормально на индонезийском. На каких сложно. Языках мы ничего не пели? Я, может, подготовилась, подучилась. Знаете, как будет привет по индонезийски? Хай. Ну, ты меня расстроил. Ну, у нас больше как не привет, то есть как дела, то есть апа кабар. Апа это что? Кабар новость. Ну, какие новости? Апа кабар. Апа кабар. Да. Апа кабар. Апа кабар. Ты дай салатик. Я дай. Угу. Мы основную работу сделали? Сделали. Нормально. Нормально? Хорошо. Сейчас. Можешь теперь хоть поесть нормально. Минутку доедай. Я хоть ела, а ты вопросы задавал. Смотрим.